Здорово, щеглы! Сегодня своими руками будем делать Кока-Колу! Блять, Кока-Кола! Чуть меня не засудило тут раз. Нам, ёпта, понадобится сахар, стакан, вода из бабкиной лейки и кокаин! Оператор, больше не, бля, а? А чё мы снимаем-то? Я чё-то забыл даже! Кровь бы не пошла! Иисус Христос! Здорово! Сталин! Чё дальше я забыл? Добавляем сахар! Все, главное по инструкции как-то бутылки написано. И немножечко водички. Все, хватит. Белая, бля, не пойдет. Значит, что надо? Окрасить. Что у меня есть еще раво? Только мой брат нигер тупак. Че, мазафака, и моя душа. Приступим. Ай, блядь! Получилось! Но самое главное, не забываем, что нужно загазировать нашу Кока-Колу! Где твой нравится? Коты дают капельницы! Одну сторону мы в крошечку. Так, другой в наше чрево. Так, это у ретро. Так, все, вставил. Все, а теперь самое главное, надо попробовать. И главное, не обляпаться. Куда? Куда ты это? Не надо! Мне там еще борщ! Тихо, стой, пузырьки! Ладно, теперь попробуем! Да, то, что надо! Все, подписывайтесь! С вами был долбоёб в очках! Скорую, бля, быстро! Бля, умру сейчас!